Все происходящее сегодня напоминает мне мотивы песни Валентина Стрыкало «Я бью женщин и детей». Так называется группа замечательного украинского певца Юрия Каплана. «Я бью женщин и детей, потому что я красавчик». Замечательная песня. И знаете, что я вам скажу? Действительно похоже на правду, потому что депутат Новосибирской городской думы или чего там, муниципальный депутат Хельга Пирогова покинула пределы России после того, как ее вызвали на допрос в Следственный комитет. Уехала она в Грузию, потому что дама на 4-м месяце беременности. Вызвали ее на допрос в связи с тем, что она опубликовала в социальной сети какой-то глупый, никчемный пост про погибших солдат российской армии, а потом его тут же удалила. Но доброжелатели Хельги сделали скриншот и отправили это в Следственный комитет. Ее уже оштрафовали, но римское право нам нипочем, и женщину начали добивать по полной программе. Между тем депутат Госдумы РФ от ЛДПР Власов предложил переименовать Киевский вокзал. Вот они, депутаты. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья. Мне совсем непросто, поверьте. Вчера я прошелся исторической прогулкой Арбат «Петля времен» вместе с несколькими замечательными зрителями, которые пожелали поучаствовать в прогулке. Мы прошли Арбат, это было что-то вроде хорошо подготовленной экскурсии. Зрители остались довольны, как и я, безусловно, потому что люди пришли замечательные. И знаете, совпадение или нет, но над Арбатом в течение часа или все время, пока мы гуляли, кружил вертолет марки «Камов». Милиция-полицейский вертолет. Вообще, я не понимаю, что происходит, там что, заняться нечем? И ЛДПР, и депутату Госдумы Власову заняться нечем, как только брать и переименовывать Киевский вокзал, который дальше по этой дороге. Дорогие друзья, да, это Кутузовский проспект, пересечение с Третьим кольцом, и там вы видите сзади зубья Москва-Сити. Знаете, самое жуткое, что они не только вокзал хотят переименовать, и действительно это сделают, но им придется еще и много улиц переименовывать и всего прочего. Они из учебников собираются вычеркнуть само упоминание о Киевской Руси. И знаете, фамилия Власов, я полагаю, выбрана была далеко не случайно. Вот такие дела. Что ж, я могу только пожелать Хельге Пироговой счастливой беременности и здоровых, прекрасных родов, вот, и возвращения на родину в безопасности, когда Бог даст. Вот. А вас, дорогие зрители и друзья, я приглашаю принять участие в стриме, который начнется сегодня в 17 часов 15 минут по московскому времени, 25 июля, сегодня. Вот. И в этом стриме примет участие замечательный человек, муниципальный депутат Донского района, я подчеркну это слово, независимый, Владимир Борисович Залещак. И с ним будет еще несколько других кандидатов в депутаты. Да-да, потому что все они зарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты Москвы. Вот. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему стриму, который начнется в 17 часов 15 минут по Москве. Что ж, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Загляните для этого в описание. А еще загляните в описание, друзья. Там вы найдете ссылки на 2 телеграм-канала. Подпишитесь, пожалуйста, для диверсификации информации. Что ж, хорошего дня!